Всем привет! Сегодня я вам покажу дизайн мозаика, опять же гель-лаками. Для этого нам понадобится гель-лак белого цвета, синего, желтого, ярко-розового и такой грязно-голубой. И обязательно черный для прорисовки. Начнем. Наносим в один слой белый гель-лак. Наносим и сушим в лампе 36 ватт 2 минутки. Берем тонкую кисточку и черный гель-лак. И создаем эффект мозаики. Делаем прорисовку. Кисточку хорошенько окунаем. Рисуем. No sé lo que me pasa con mi mami, que ya no me quiere ver, ya no me quiere hablar. Se fue una mañanita sin motivos, sin dejarme una cartita ni una seña de a dónde estará. Вот мы сделали прорисовочку, сушим в лампе где-то минуту. Берем розовый гель-лак, наносим на кисточку и заполняем несколько наших ячеек. Yes. Let me find out. Берем желтый гель-лак и также заполняем ячейки. Берем синий гель-лак. Me duele el corazón de tantas penas. Por favor, llame un doctor y que vuelva mi morena. Te extraño día y noche. Берем грязно-голубой гель-лак, пастельно-голубой. Сушим 2 минутки в лампе. Мы нанесли финиш и просушили 2 минутки в лампе. Вот такой великолепный дизайн мозаики у нас получился. Желаю вам успеха. Пока!